Как жить расслабленно? Такой вот вопрос. Я считаю, что человек может жить расслабленно в двух элементах. Если он тотально принимает себя и принимает ту жизнь, в которой он находится. Принимать — это значит не злорадствовать, принимать — это значит никого не воспитывать, принимать — это значит не критиковать. И второй элемент. Человек может жить расслабленно в случае, если у него есть святая вера. И он живет через принцип слов «скоро у меня это появится», и после этого не заморачивается. Таким образом, святая вера и тотальное принятие себя и окружающего мира может позволить человеку жить расслабленно. Я понимаю, что ученики младших ступеней или люди, незнакомые с эзотерикой, практически не поняли, что я сказал, но я могу вам сказать, что для тех людей, кто будет в дальнейшем развивать свою духовность, мои слова со временем могут оказаться, могут быть теми словами, которые приведут человека к состоянию просветления. Что с точки зрения эзотерики делать добрые дела? Обычно люди используют потом в своих интересах после того, как им помогают. Смотрите первую ступень, я об этом рассказываю. Я рассказываю об адвайте, а также рассказываю о добрых делах. И там, для чего другие делают, для чего люди делают эти добрые.